Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня готовим блинчики из заварного теста. Они очень просты в приготовлении, и нам понадобится минимум продуктов. И если я кого-то заинтересовала, тогда оставайтесь на канале и будем готовить вместе эту смакоту. Пошли готовить! В миску вбиваем 2 яйца. Щепотку соли, добавляем полстакана молока, и полстакана у вас остается. Добавляем 1 стакан муки, но в 3 захода, по 1/4 стакана. Опять же перемешиваем венчиком. И опять перемешиваем. И третий раз остаток муки размешиваем. И выливаем остаток молока. Снова взбиваем венчиком. И в смесь добавляем 1 стакан кипятка. Все. Так. И добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Опять вымешиваем. Наша смесь для блинчиков готова. Заварное тесто для блинчиков. Готово. И вот такая вкусная красота. Вкусняшечки. А каждый блинчик я смазываю сливочным маслом. И вы только посмотрите. Красота. Вот такие чуть-чуть поджаристые. Вау. Они не сгоревшие, но они поджаристые. Я не люблю белых блинчиков. Вот такая вкусняшка у меня сегодня. Не успеваю жарить. Один подойдет, попробует. Второй наложил себе наработку. Но все же осталось, чтобы сфотографировать и показать вам
это чудесное блюдо – заварные блинчики. Они очень вкусные. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!